Ленинский район Московской области имеет богатую историю. На его территории расположено несколько старинных усадеб и множество парков. В соответствии с губернаторским проектом «Зима в Подмосковье» здесь будут организованы развлекательные, обучающие, интерактивные и спортивные программы. Зима в Подмосковье выдалась снежная, а значит, особо актуальным становится загородный отдых. В Ленинском районе немало мест, где можно отдохнуть всей семьей. Одно из них – парк-отель «Орловский». Он расположен на территории Молоковского поселения, одного из самых живописных уголков Подмосковья. Для тех, кто настроен на то, чтобы отдохнуть на природе 2-3 дня или побольше, здесь предусмотрены как коттеджи, так и большой гостевой дом. Всего парк-отель способен принять порядка 400 гостей. Главный корпус, именно этот корпус, выбирают гости, которые с детьми приезжают, с маленькими, поскольку это удобно тем, что и основной ресторан, где проходит питание, находится здесь, в этом корпусе, то есть и спа-комплекс также, детская игровая. Коттеджи у нас гости выбирают, наверное, больше те, кто хочет вот именно уединиться, кто устал от городской суеты. Но снимать номер в парк-отеле вовсе не обязательно. Приехать сюда можно и на пару-тройку часов. На 20 гектарах, помимо построек, есть и естественные перепады высот, а потому катание на лыжах или тюбинг – главные зимние развлечения. А в период зимних праздников предусмотрено сразу несколько развлекательных программ. Планируется у нас очень много кулинарных мастер-классов, творческих, так как для детей, так и для взрослых. Всякие интерактивы для взрослых и также всякие спортивные мероприятия. Добавит приятных эмоций от зимнего отдыха зоопарк, который расположился на территории парк-отеля «Орловский». Птицы и звери привезены с разных уголков света. Есть здесь и привычные олени, и экзотические страусы. Это уникальный зоопарк в Подмосковье. Наши животные содержатся в условиях, максимально приближенных к среде. Если вы заметили, они совершенно спокойны. Вы можете спокойно их покормить, и они не будут вас бояться. Если мороз оказался слишком крепким или забавы на свежем воздухе утомили, согреться и расслабиться можно в спа-центре. Он расположен в главном корпусе. У нас есть бассейн, сауна, хамам, стальная пещера, капсулы, талас-кушетка, массажные кабинеты, специалисты-косметологи. Особая гордость парк-отеля «Орловский» – крытый теннисный корт. Так что поиграть в большой теннис вполне можно и зимой. О качестве корта говорит тот факт, что здесь нередко проходят соревнования различного уровня и тренируются профессиональные спортсмены. Для Москвы и Московской области это достаточно уникальный корт. Почему? Потому что здесь использовано летнее покрытие, так называемый теннисит. То есть обычно такие покрытия, на таких покрытиях играют только летом. Здесь же, поскольку огромный купол и 12 метров высота потолка, можно играть в любое время. Рядом с парк-отелем расположен национальный конный парк «Русь». Здесь можно покататься на лошадях, причем не только в крытом манеже, но и на свежем воздухе. А еще здесь проводят обучающие программы, где рассказывают о лошадях различных пород. Мы хотели бы увидеть больше детей на своей территории, и мы надеемся, что им будет интересно узнать на породных выводках о различных породах России, о пони, о лошадях, как их кормят и как их используют, и для чего вообще выводились эти породы. Губернаторский проект «Зима в Подмосковье» направлен на создание максимально комфортной атмосферы для отдыха в регионе. Парк-отель «Орловский» находится в деревне Богданиха, сельского поселения Молоковское, Ленинского района Московской области. Максим Козлов, Владимир Бижонов, Сергей Ларин. Видное ТВ.